Мой любимый по осиопедилам Делинатия куповит. Обожаю это растение с необыкновенными, как я их называю, крокодиловыми листьями. Это один из тех башмачков, который завораживает красотой своих листьев. Видите, как переливается? Рельефный лист. С выпуклыми вкраплениями и переливающимися искорками. Эта орхидея находится в моем уходе и содержании с 2017 года. Я так показываю его. С одной стороны, вот он у меня стоит на углу деревянного стеллажа. Вот такой вот красавчик. Это молодая относительно розетка. Имеется еще одна розетка, старая. Вот ее видно, вот она. То есть она цвела и вот потихонечку прекращает свое существование. У этого пафиопедилума была детка, но не прикорневая, а я уже рассказывала, она росла поодаль, вот примерно где-то в сантиметре от бирки, но это происходило в другом совершенно горшке, и эту детку я подарила Насте Пахаревой. И вот сейчас он цветет. Цветение, как всегда, фееричное. Мы имеем вот такую крутую губу. Это один цветочек. В это цветение подозрительно белый парус. Я сейчас ставлю вот здесь фотографию предыдущего цветения. Совершенно отличается цветочек, я имею в виду окрасом. И вот сейчас, я извиняюсь, я опять через вот эту вот ногу перееду, покажу. Раскрывается второй цветочек, вот он. Ну, такой шарманистый по фиопедилам. Смотрите, какая губа закрученная, как ракушка. Очень красивый. Очень красивый и эффектный. У кого еще нет Делинатия куповит, я вам рекомендую. Будете наслаждаться красотой его листьев в период отдыха. В принципе, он не отдыхает никогда, потому что у него всегда идет какая-то вегетация, или он отращивает новую розетку, или он растит корни. Корни у него, кстати, там такие лохматые и толстые. Имеют они тоже вот такой вот окрас на кончиках, темно-фиолетовый. Но сейчас не видно, потому что вот он стоит в двойном горшке, и горшочек мутный, не разглядеть. Но при желании, если мог поднять, то можно увидеть новые корешочки, которые имеют вот такие вот апикальные кончики, такого вот фиолетово-сиреневого цвета. Ну, в общем, очень эффектный. Любуйтесь вместе со мной.